Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня мы на объекте. Первым делом обошли территорию, посмотрели, что где нужно добавить, что убавить, где деревья требуют подстрижки, где пересадки и так далее. Начали с дендроливана. Оно было такое лохматое, большое, не видно ничего. Ему лет 6, и подстригли уже внизу форму шара, полукруга сделали. Здесь проходная зона дорога, и как раз с нее хорошо видна эта полукруглая форма. Вот это столько у нас уже с него сняли столько. Посмотрите, что получилось. В принципе, на первую подстрижку достаточно. Оставили сверху, потому что он еще цветет, привлекает пчел. И есть небольшие цветения, хотя уже осень. Бледно-голубыми цветами, мелкими цветочками цветет. Не стали сверху убирать, чтобы это как смотрелось факелом, что ли, что-то вот в таком духе. Каждое растение индивидуальное, каждому нужен свой подход. Вот сегодня в этом дендроливане мы увидели этот экземпляр, очень интересный. Еще покажу, какой ствол уже. Он 1,6-7 сантиметров, он в диаметре. Представляете, какой аромат сейчас здесь. Когда срезаешь, на самом деле это очень приятные фитонциды. В кулинарии его используют. Ну, естественно, здесь система полива, то есть территория достаточно большая, и проведена система полива, ну, вот таким вот образом. То есть он поливается. Для первой подстрижки, думаю, что вполне симпатично получилось сформировать, по крайней мере, нижнюю часть, а дальше уже со временем, там, допустим, весной, уже посмотрим, весной и летом в следующем году, уже будет видно, как он дальше захочет себя проявить, в какую сторону. Ну, по-моему, такой симпатичный чаша с огнем, с факелом, когда он еще будет синими языки пламя. Что-то у меня такая фантазия насчет этого растения сегодня. Не знаю, напишите в комментариях, что вам напоминает подстрижка этого дендроливана сегодня. Может быть, в нем кто увидит что-то другое. А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока!